Первыми резидентами инновационно-промышленного парка «Боровлёва-3» станут компании «Фадеска МАК» и «Герц Технологи». Соответствующее решение было принято на заседании инвестиционного совета, которое в среду 21 июля провел губернатор Игорь Руденя. Также статус приоритетного инвестпроекта получила компания «Биопласт». Все подробности у Никиты Васильева. Предложить понятный исчерпывающий алгоритм действий для потенциальных инвесторов, который позволит максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин перед регионами. Для ее решения, считает губернатор Игорь Руденя, у Тверской области есть все необходимое. Задача региональной власти обеспечить, чтобы эти процессы максимально быстро проходили и менее бюрократично. Сегодня в Тверской области продолжается создание инновационно-промышленного парка «Боровлёва-3». В среду 21 июля на заседании инвестиционного совета были определены его первые резиденты. Один из них – компания «Фадеска МАК». Предприятие планирует построить в «Боровлёва-3» высокотехнологичный завод по выпуску комплектующих для пресс-форм и штампов. Основными рынками сбыта продукции станут Россия, страны Европейского Союза и СНГ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Мы планируем построить порядка 3-3,5 тысяч квадратных метров цехов. Это на первом этапе. На втором участке мы специально просили чуть побольше, чтобы с возможностью расширения до 5 тысяч, это будет во второй очереди. Еще одним резидентом «Боровлёва-3» станет компания «Герц Технологи». В планах у нее создать в парке центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме «Герц Технологи» подписала соглашение с Центром «Арктические инициативы» о закупке у компании до 2031 года телеметрического оборудования для проведения наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин на общую сумму почти в 20 миллиардов рублей. Тверское оборудование, безусловно, будет использоваться и в Арктике, и на морском бурении, бурении шельфа. Это вопрос недолгого времени. К этому надо стремиться, надо строить наше предприятие, развивать его. И, в принципе, потребность в этом оборудовании в Российской Федерации, да и во всем мире, очень велика. Кроме того, на заседании совета было одобрено включение проекта предприятия «Биопласт» в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Он предусматривает строительство в Конаковском районе производственного комплекса по выпуску химстойких стеклопластиковых изделий. Планируется, что в рамках реализации проекта будет создано порядка 30 новых рабочих мест. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство производственного комплекса. Предполагается, что он будет введен в эксплуатацию в 2022 году.